Вот. И еще не думайте, что это просто стоять на гвоздях, вот как в Копланде. Нет, это просто проживание, ну, нашей жизни, то, как мы живем. Вот можно и вот так вот делать. Можно и вот так вот делать. Можно и вот так вот. Ну, как бы, проявление творческой энергии. Ну, каждому она по-своему заходит, но в моем случае она прям, ну, показывает, на что человек способен. Танцевать, на одной ноге стоять, на двух. То есть, как человек вообще к переменам в жизни относится? То есть, ну, гвозди это такие небольшие показатели перемен. Кризис это же тоже перемены. Время новых возможностей. Вот, очень хорошо в кризисной ситуации. Не только спорт помогает, но и аскезы. Я видел, что прыгали на них. Это я тоже умею. Это я знаю, это я могу, плавали знаем, плавали умеем. Ну и танцы, в любом случае, добавляются везде танцы, чтобы не только было вот плавность, легкость должна быть. Должна, да. От кончиков волос, от макушки до ногтей должна быть плавность.